кофе, чай. День добрый, меня зовут Алексей Федоров, кто со мной не знаком. Я руководитель фотоформулы. Сегодня 21 число, у нас происходит очередной воркшоп внутриклубный, который посвящен смешанному свету и использованию примашин. Как это происходит, насколько это интересно, насколько это познавательно, вы можете посмотреть само видео. Как работать с дым-машиной и как работать с цветными фильтрами. Они не обязательно должны быть только желтые или только синие. Их безумное количество, и можно делать совершенно смешанные безумные цвета. Этим можно совершенно спокойно подчеркнуть либо особенности человека, либо особенности фона. Чем хорош, допустим, дым и цветной оттенок? Мы получаем совершенно контрастную картинку в рамках совершенно, может быть, даже убогого помещения. Ну, если у нас вот те капли, он же лежит себе, ребра потом болят, назывался его. Холодный свет у нас, потому что... То, что у нас происходит внутри клубных встреч, вы можете посмотреть в среду, если зайдете к нам в гости. Это по-прежнему шоу Дэнка 28. Желаю всем удачного дня, творчества и больших творческих успехов. Заглядывайте. Привет, меня зовут Лиза. Это была моя первая фотосессия, и мне очень понравилось. Я жду обработанных фотографий, и интересные люди, приятная атмосфера, и все здорово.